Мы не производители, которые там что-то выпускают и так далее. А мы с непосредственным человеком связаны, людьми связаны. Поэтому, я думаю, профессия врача – это уже выше всего должно стоять. Ну, это уже совсем другое. Конечно. Это, ну, как вам сказать, апогея блаженства, когда ты больной выздоравливает, уходит. Вот это самое большое блаженство. Самая тяжелая часть, она очень многих выводит из колеи жизни, колеи работы. Многие даже свою специальность бросают. Каждым умирающим больным, каждый хирург тоже умирает. Но мы... У меня семья медиков, поэтому друг друга быстро, хорошо понимаем. А так, конечно, волнуешься, нервничаешь, думаешь о семье, естественно, и семья тоже о тебе думает. Кыргызстанда колдор жеңил болсун хирургтардын. Все больные выздоравливают. И с удовольствием пускай радость получает от наших рук и радуются. Больные, а врачи, желаю долголетия нашим хирургам.